среди всей Украины 11 областей идут уже с превышением эпидпорога. Днепропетровская область входит в тройку лидеров по превышению эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. На первом месте Черновецкая область, в 2,4 раза превышен эпидпорог. На втором месте Полтава, в 2 раза превышен, и Днепропетровская область в 1,4 раза превышен эпидемиологический порог. Среди всех заболевших 63% – это больные дети. По результатам вирусологического контроля, вирусологического мониторинга Государственным лабораторным центром превалирует грипп типа грипп А, H1N3, циркулирует среди всех заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. На сегодняшний день, к сожалению, по области отмечается 2 летальных случая от вирусной инфекции гриппа вируса А H3N2 Гонконг. Это мужчина 60 лет по городу Днепро, который умер от вирусной пневмонии. И, к сожалению, на сегодняшний день получены результаты вирусологического исследования девочки 7-летней в Крёмрогу, которая умерла 11 декабря. Сегодня подтверждение есть. Молниеносное течение вируса гриппа А H3N2 Калифорния. Итого на сегодняшний день по состоянию на 15 декабря в Днепропетровской области зарегистрировано 2 летальных случая от вируса гриппа А.